идем дальше. На сцене группа «Тандем». Олег Чемыкин, вокал. Александр Иванов, гитара, вокал. Сергей Бакаев, бас. Сергей Грибов, ударные. Группа «Тандем». И помните, как надо курить. Привет, Хабаровск. Мы из Владивостока. Представляем владивостокскую прогрессивную музыку. Если мы слишком хорошо выступим на этом фестивале, не радуйтесь нас слишком сильно. Это наше первое такое крещение боевое в Хабаровске. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Прямо с этим месяцем приезжайте в Владивосток 4 числа, будет фестиваль большой. Там кроме нас, группы «Тандем», будут участвовать еще 5 владивостокских групп и несколько хабаровских. По Болоне и не помню еще кто. Лего, Фишер и другие команды. Да, ребята, последнюю песню сыграют, первые на следующем фестивале. Вы хорошо здесь окрестились. Спасибо этой замечательной команде! Чего кричите там? Боже мой, я за 3 дня, когда не услышу, я внятный такой ответ, чего кричим. Так, ребята, давайте сразу все точки над «и» поставим. Я вот вижу, пальцы мне удуло так показывают. Да. Отлично. Отлично, парни. Скажу сразу, если кого-то интересует моя сексуальная ориентация, я стандартен. Конечно, у меня, как и у всех других мужиков, есть задница, но я делаю с ней так, как то, что делают все нормальные мужики. Кто делает так же?